Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с Анастасией мы снимаем ченнелинг. Здравствуйте. Да, как и обещали, расскажем сегодня о темных, которые прилетели на Землю. Ну, не всю информацию, а ту информацию, которую максимально нам... которая будет доступна для нас. Вот. И сначала были сомнения, что нам вообще дадут эту информацию, но вот сейчас немножко проанализировали светлую ситуацию, что там с этими темными, кто прилетел, что они там себя представляют, какие вещи они здесь хотят делать, вот, и что нужно знать людям. Я думаю, что это будет интересно. Итак, естественно, никаких вопросов мы заранее не готовили. Может быть, какие-то вопросы будут повторяться по темным, но я думаю, что будет интересно, потому что, может быть, какие-то знания новые получим. Итак, Анастасия, давай рассказывай нам. То, что выяснилось сейчас, то, что темные прилетели не менее 100 душ темных. Они прилетели, 60% уже убрали этих темных, поймали и, скажем так, отослали с нашей земли. Сейчас вот мне дали информацию, почему они прилетели, ну, одна из их причин. Для начала они прилетели, чтобы начать, скажем так, забирать внутреннюю цивилизацию нашей земли. Ну, как это изнутри. Mm-hmm. А второе, для того, чтобы продвигать всю войну. Ну, чтобы помогать, чтобы она осуществилась. Вот. Ну, и они прилетели в физических телах, да? На космических кораблях. Ну, как вам объяснить? Они прилетели... Половина из них, точнее, прилетела на космических кораблях, а половина из них на через портал. Такая информация есть. Ну, то есть порталы, которые у нас существуют, могут и светлые, и темные пользоваться, или есть порталы только для темных? Есть, которые не могут сами создавать. Ну, то есть это уже высокоразвитые получается? Более высокоразвитые, да. Угу. Но сейчас, скажем так, вот... 60% практически убрали, поэтому не так страшно. Но все-таки вот сейчас начали светлые менять план духовного развития и предназначение, потому что темные сейчас вот не знаю, не объясняют как, но они проникли и начали кое-какие программы менять. Ну, они проникли, куда именно проникли? Чтобы людям понятно было, расскажи, чтобы люди понимали. Проникли, скажем так, там, где база, ну, где все это делается, где меняются все предназначения и так далее. Ну, то есть на светлую базу, где база знаний вот этих, где переписывается... Вот смотрите, просто потому что... Чтобы было более понятно, вот есть много баз, то есть есть для менее развитых, есть для неразвитых, которые только что первые там жизнь попали, есть для более развитых, есть для вообще очень развитых. Угу. Вот, и эту базу, которая нас содержит, то есть менее развитые, сейчас, скажем так, проникли и начали менять для того, чтобы нам... Больше кармы наработать, ты имеешь в виду? Чтобы мы не развивались правильно, для того, чтобы мы какие-то другие программы выполняли. Для того, чтобы мы нарабатывали карму. И сейчас светлые начали менять все обратно. Mm-hmm. И поэтому лучше всего перепроверить свою программу и посмотреть, если что изменилось. И... духовного развития. Ну а сколько уже процентов людям на Земле уже переписали примерно? Сколько они видят? Около 70-80. Ух ты, это много.
Да. То есть у тех людей, у которых была обычная защита, им надо мощную защиту ставить и пересматривать предназначение. Желательно, да? Желательно ставить, потому что, скажем так, это, конечно, нам раньше не давали эту возможность, чтобы прописывали всем людям по мощной защите. Ну, можно было изредка только. А обычно можно было обычную защиту поставить. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что нас будет больше защищать. Но, с другой стороны, она будет брать чуть больше энергии у нас. Угу. Но все равно, скажем так, я считаю, что стоит. Но раньше, да, запрещали. Вот иногда у людей были темные, и многим мы говорим, что вот мы сняли вам темных, а защиту вам вообще не разрешают ставить. По какой причине или по каким причинам они так говорили раньше? Эту информацию мне не дают. Ну, то есть у каждого индивидуально? Допустим, да. Понятно. Так, а сейчас, допустим, вот те темные, которые остались, они прямо вот реально на земле, в физических телах находятся? Да, вот. Они такие же тела, как у нас, имеют или другие? Такие же тела. А где они эти тела достают? Сами изготавливают? Это не эта информация. Они могут сами изготавливать, могут там брать у кого-то, не знаю. А вот то, что было раньше информация от американцев, то, что воровали людей, типа инопланетяне, там мы говорили, что такое невозможно. Нет. Нет, такого нету. С нашей планеты они не могли воровать, да? Нет. С никакой планеты нельзя просто так воровать. Если они могут только брать людей, которые тут, на этой земле, были до того, как они прилетели, только если они служат им, имеется в виду, только если они темные. Угу. Вот, только так. Понятно. Вот. Ну, то есть их визуально только по действиям, по поступкам можно отличить, что они будут гадости делать, там, пытаться там обмануть. Они могут сначала играть, как обычный человек, улыбаться, подарки дарить, там, хорошо разговаривать, а потом просто начинать, ну, вы почувствуете, что будете раз, терять больше энергии, два, что не будете с собой, значит, так что перестанете следовать своему графику, точнее, вот как-то так. Угу. И три, я думаю, что вокруг вас близкие и так далее, если они у вас есть, то они заметят и вам скажут. Именно если эти три признаки, или хотя бы два или один из них поймаете, увидите, то лучше обратитесь. Ну я всегда людям говорю, что с самого первого момента предназначение и проверка на темных. Всегда начинаем с этого. Некоторые люди это не понимают, как бы, ой, зачем мне темные? Есть даже такие клиенты у нас, которые все посмотрели, кроме темных. А потом, ой, а что-то у меня там жизнь начинает под откос идти, как бы, да. С самого начала, как бы, да, желательно всегда смотреть темных. Но в основном сегодня темные что переписывают в программе? Нам тоже не переписывают эту программу, план духовного развития, вот, в основном вот это. Но потому что глубже они не смогли, скажем так, проникнуть. Ну и то, сейчас они уже поймали, как они залезли, как они смогли это, скажем так, сделать. И заблокировали, поставили очень мощную защиту. Вот, и теперь у них больше доступа нету, но до этого они влияли не только на это, потому что мы можем сами, зная то, что, ой, мне нужно медитировать там 4 раза в неделю по 1 часу, по 2 часа, например, я это постоянно делаю, а мало кто, ну, только те, кто чувствительны, могут заметить то, что им, наоборот, не становится лучше, становится хуже. Начинают терять энергию, начинают плохие сны, начинают более, как объяснить, уставшими быть после там, например, только чуть-чуть походил и устал сразу. Ну, вот это. Угу. Вот.
А по поводу здоровья там они ничего не меняли сейчас в данный момент, да? По поводу здоровья нет. Это уже вот эти меняют, которые, ну, целенаправленно здесь находятся, как бы, и уже влезают в программу на тонком плане, да? Да. Вот сейчас еще что осталось, это сейчас информация есть. Три темные, довольно таки мощные, которые сейчас попали вот в правительство. В России именно или во всем мире? Они туда-сюда. Ну, то есть... Там, да, вот сейчас они пытаются их поймать. Надеюсь, что скоро... Но вообще есть полное уничтожение в планах темных на этой планете, или все равно часть они оставят? Конечно же есть, да, есть. Ну, потому что, да, для нас это важно, потому что люди на самом деле уже устали от этих войн постоянных, постоянных разборок, переписывания истории, там, обмана. К сожалению, так получилось. К сожалению, они не досмотрели. Просто у них столько всего, скажем так, творится вокруг. Ну, другие земли создаются, нужно сорваться и туда, ну, туда внимание, сюда внимание, там прописывают, тут прописывают. Конечно же, душа тоже может ошибиться, ну, даже если она повыше, угу. Мы все ошибаемся. И, к сожалению, вот из маленькой ошибки вот получается такая большая, все равно вот темного, вот, просто, угу. Жесток. Ну, то есть шансы есть их всех убрать с планеты, как они видят? Естественно. Сколько лет, я не могу сказать, но довольно-таки скоро. Ну, слава Богу. Я думаю, что это важная информация для людей, и люди эту информацию очень давно ждали. И я ждал, и все ждали. Вот. Вообще надежды не было, что хоть что-то получим. Я все прекрасно понимаю, что, конечно... Всю информацию, которую мы даем, как бы ее могут использовать и светлые, и темные, и люди в корыстных целях своих какие-то могут использовать и давать людям эту информацию, перевернув ее. И, естественно, каждый раз, когда что-то говоришь, надо 100 раз подумать, что сказать, чтобы людям не навредить, как бы, да, и было понятно, куда они должны двигаться. Вот. И еще скажи, сейчас вот именно наша Земля, она не понизила измерения за счет темных, и не понизили? Нет. Сейчас вот в каком измерении по земной классификации сама планета находится? По-моему, раньше вот мы смотрели, по-моему, 7-й, что ли, ты говорил? Чего? 10-го. То есть сейчас могут души с первого измерения по 10 здесь жить спокойно? По 10 и чуть-чуть больше, до 15-го, 20-го. Но если нужно, обязательно. Но у нас, по-моему, была одна клиентка, которая там вообще какого-то очень высокого измерения, ее спустили сюда. То есть это в виде исключения происходит, да? В виде исключения, конечно же. Угу. Ну, чтобы люди понимали просто, потому что многие считают, что вот там третьего измерения в основном там все, перешли там в 5-е измерение. То есть сейчас вот... По земной классификации, да, то есть доступно даже 10-е измерение стало. Да. Но сейчас развитие ускорилось у планеты, у людей, вот, и у Земли, или нет? Ускорилось. Но это они уже сами решают, да? 20 раз примерно. Ага. То есть каждый раз, когда мы переходим, ускорение происходит? Да. Угу. Что-то еще он хотел бы еще что-то рассказать про темных и связанное с нашей планетой, чего мы еще не спросили, как, что нужно еще знать, что делать правильно, как друг с другом общаться, чтобы... Но я уже сказала, скажем так, что случается, когда темные появляются, или влезка на пути с темной общаетесь с ними, не замечаете. Вот, если вы эти вещи заметили, или хотя бы одну из них, как я ранее сказала, то напишите и вышлите, скажем так, желательно, с кем вы общаетесь или общались в последнее время часто. Ну, допустим, вот люди некоторые говорят, вот если мы в сети там общаемся с темными, там, да, через интернет. Через сеть нет.
Только если человек близко, только страна близко. То есть, когда близко, да, тогда могут они заинтересоваться и зацепиться за другого, да? Да. Ни по телефону, ни на расстоянии, ни через интернет бесполезно. Да. Ну, чтобы просто люди знали, как бы, потому что люди спрашивают, как бы, они должны понимать это все. Вот. Но все-таки они сейчас более развитые души предпочитают, или всех подряд сейчас? Кто попался? Там... Тем больше, потому что они хотят эту землю. То есть им эта земля понравилась, да? Да. Но у них какие-то переговоры идут или сразу разборки просто без объяснения причин и все? Без. Угу. Но вот сейчас все-таки в каких странах больше всего темных сейчас находится? Ну, на данный момент в правительстве там людей живет? Ну, всего естественно, что в Америке. Угу. А второе место? Второе место... Идет Китай. Китай? Да. Серьезно, что ли? А Европа на каком месте? Там Англия, например, там. Тоже на третьем месте. На третьем, да? Ну да, они больше всех кричат сейчас, и Америка, и Англия, очень сильно прямо. Но Китай, наверное, потому что там людей, наверное, очень много, да? Да. Ну, то есть светлые уже в курсе, где кто находится, и это самое, контролирует. Да, естественно. Понятно. Ну, я думаю, что тема очень интересная, такая обширная. Вот сколько я лекций снял, сколько мы ченнелингов с тобой вместе снимали. И все равно периодически какая-то новая информация появляется. И... Естественно. А вот сейчас, допустим, вот они стали переписывать план духовного развития, они... будут менять его кардинально, для людей что-то новое давать? И... Да, да. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, когда будем работать с людьми, что там появилось, что убрали, что добавили. Вот. Потому что какой-то период времени там много что было, потом какой-то период вообще убирать стали, вот, потому что люди мало развиты и не хотят развиваться. Да, итак, ладно, если больше ничего не хочет рассказать, если у тебя еще есть какие-то вопросы у него, чтобы мы рассказали, что-то спросили. Он все сказал, все, что люди надо знать. Угу. Понятно. Ну хорошо, будем ждать тогда информации. Вот, и может быть еще когда в частных ченнелингах, когда будем работать с людьми, еще какая-то информация появится, я уже тогда отдельно лекцию сниму. Вот, и таким образом мы информацию добавим на канале, как бы. Так что прощаемся. Всего доброго и успехов во всех делах. До свидания.